Уголовное дело было возбуждено из-за пропажи человека. В правоохранительные органы обратились родственники 37-летнего жителя села Просечи Александра Невского района. Во время поисков удалось установить, что к исчезновению причастен 64-летний местный житель. Следствием установлено, что вечером 4 апреля во время распития спиртных напитков в доме подсудимого между ним и соседом произошла ссора. В результате хозяин дома нанес своему знакомому несколько ударов ножом в грудь и живот. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. С целью сокрытия преступления злоумышленник спрятал его тело в расположенном во дворе дома сарае, закопав при этом сеном, и также принял меры к уничтожению иных следов преступления. Однако следователям удалось обнаружить следы преступления, изобличающие подсудимого в совершении убийства. Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».